Пушкин и его семья. Пушкин and his family. Александр Сергеевич Пушкин родился в Москве. Александр Сергеевич Пушкин was born in Moscow. У него было две сестры и пять братьев. He had two sisters and five brothers. Зимой он жил в Москве с родителями. In winter he lived in Moscow with his parents. А летом часто ездил к бабушке в деревню, недалеко от Москвы. And in summer, he often went to his grandmother's village near Moscow. Еще у Пушкина был любимый дядя. Also Pushkin had his favorite uncle, которого звали Василий Львович. Who was called Vasily Lvovich? А прадедушка Пушкина приехал из Африки. And Pushkin's great-grandfather came from Africa.